Андрей у нас, между прочим, писатель. Добавь молодой и прогрессивный. Это те, кого не печатают. А как у вас в Таллине? Туда не ходи, эту тему не трогай. Но мы все-таки как бы за границей крутимся. Кстати, не хочешь нас поработать? Поехали. Узнаю тебя, Русь. Это Эстония. Да. Галстук есть у вас? У меня даже носков запасных нет. Все как-то неожиданно случилось. Ах, какая беда! При царе цензура была построже. Откуда же тогда взялись? Пушкины, Гоголи, Некрасовы. Пушкин волочился за женщинами. Достоевский предавался азартным играм. Есенин пил. Пороки свойственны гениальным людям. С твоими пороками нужно быть как минимум Хемингуэем. Кто знает, может, я лучше. Наркоголик? Да, но меру. Хорошо. Художник я. А снимать приходится всякое фуфло. Вот так бы сунулись они к Айвазовскому, да? Рисуй нам бурлаков за шестери. Свобода есть осознанная необходимость. Но ты меня Лениным не корми, перекормлен. То любовь безумная, то шляешься неделями. Меня в гостинице клопы покусали. Андрюш, это не клопы. Отвратительные грязные шлюхи. А ты обратил внимание, какие девки? Я таких даже в гуме не видел. Прошу, к столу. Надо раздеваться? Придется. Чтоб вам взносы так вставали! Надо специальные журналы, книги. Люди все равно делают секс, только много неправильное. Тебе не кажется, что все это происходит не с нами? Что это какой-то идиотский спектакль? Что это не ты? Проснитесь. Я, кажется, сегодня напьюсь. Наступит день, когда не то, что журналисты, все сопьются без исключения. Наливай.